В Москве еще был февраль, а в Крыму уже стояло, светило теплое солнце, во дворах росла капуста, и на набережной по-весеннему поблескивали мятыми боками синие курортные киоски. Жена осталась в гостинице разбирать вещи, а я сразу же пошел к морю. Оно встретило меня холодными брызгами, мягким, будто озябшим светом, который шел от воды, резким криком, криком чаек у открытых ворот санаторного парка. Оперся на лопату, стоял солдат с раскосыми глазами и смотрел на чаек. Я взял кружку пива, присел на парапет и принялся разглядывать собравшихся у ларька людей. Все было совсем не так, как летом. Помятые пальто, бледные лица. Казалось, все понимали, что не имеют особенного права стоять здесь, рядом с поблекшими улыбками девушек, с поблекшим киоском, с расписаниями летних экскурсий и поездов. Люди молча подходили к палатке, брали новые кружки со светлым напитком и опять возвращались на место. Только один из них, старый, высокий татарин, неподвижно сидел на холодном камне и не замечал ничего вокруг.